Ну что ж, ребята, сегодня в Fortnite добавили Человека-паука. Именно в магазин Fortnite. Это у нас Том Холланд из фильма «Человек-паук. Нет, пути домой». У нас в наборчике также есть бэкпак, MJ, Мишель Джонсон, рюкзак, MJ, паучья бита и эмоция, которая только Тому Холланду доступна. Он надевает маску и снимает ее. Вот, и также, ребята, хочу сказать спасибо огромное Epic Games за то, что забрали мой тег-автора уже в конец. И теперь никакого тег-автора нет, ничего больше нет. Вот, поэтому вводите, кого хотите. Но моего тега уже просто вообще нет, его не существует, все. Я как олд человек, который в Epic Games зарегистрировался, когда еще был Парагон. Играл я в Парагон. Меня просто послали нахуй за выдуманные какие-то причины. Блять, не дают даже причин сказать. Ну, сука, почему? Короче, обидно. Очень обидно. Охуительно у меня Новый год. Купил фейковый NFT за 3200-3500 баксов. И в итоге ничего не имею. Че, это гафтера забрали, и выплату ничего не будет. Короче, все четко. Охуительный Новый год, скажу вам. Так же, как и охуенно, я сегодня поиграю в Fortnite. Всем приятного просмотра. Ехала. Что-то громкий пиздец дельти, я нихуя не слышу. Уже дроповик нашел? Что, блядь? Повезло. Ебать, что? Нормально. Подожди. А, это пистолет пулемет жало. Еще играется все, из топора. После трощи. Так. Вижу выстрел. Окей, ну let's go. Бля, перчатки-то не нашел я, сука, забыл. Это где они стреляются? Рыбку съесть и... Дай, блядь! В итоге я получаю, конечно же. Что? Человек-паук. Сука. Хочу перчатки. Кстати, тут может быть перчатки будут. Перчатки. И реальный Человек-паук, бля. Реальный. Преодолейте 50 метров одним махом. Сейчас Человек-паук. Блядь. Поебучки. Бай, сразу. Сразу дом, дом, дом отстрой. Дом отстрой. Дом, дом огромный. Сейчас все узнают, что я Питер Паркер. Быстро маску нацепляй, сука. Маску, маску, маску. Ой, батрак, имба. Я взял дельт. А, Кузьмак подарили. Реально хуйня этот кун. Где выстрелы? А, вон. Я даже без построек и просто лечу, блядь. Блядь, нету, подожди, брат. Feeling the message coming to my head. Блять, лысый! Пу-пу-пу-пу! Ди-ди-дам-да-да. Да где паутина, бля? А, во. Ой, блядь, тихо, нет! Блять! Блять, тут челы были уже. Оружие где? Сы! Уже играть за все, лес топора, вот с утра. Бать, охуенно, да? И другой лысый меня. Ладно. О, ебать, тут елочка уже появилась. Так, ладно, для Тома Холланда. И, кстати, вот он. Не пиздешь, это реально он. Надо быстренько найти... Короче, перчатки Человека-паука. Чтобы ему комфортнее было. Тут бита, конечно, чтобы поебальнику давать кому-то, но... Странно, конечно. Привет, это экспериментатор. Я ведь самый умный и красивый из семерых. Многие говорят, да. А, причем... Пизда. Не отвечай. Подержи-ка это устройство. Мы будем составлять наш план битвы. Опа, тут чел, подожди, экспериментатор. Гранатомет снеговик. Так, мне кажется, экспериментатор тут орудует. На нахуй. На нахуй. Просто отморозили, да? Там чел? Да. А, это бот. А вот это не бот.
что за хуйня? Кому битой по ебальнику? Сначала слышу потихонечку. Опс, тихо, 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 тихо. Блять. Да ебать, как с тебя стрелять? Продолжаем. Пусап! Sorry, еще чел. Перезарядись срочно. Закрыл. Ёбанов! Дробовик какой-то странный. Корона, спасибо. Зря! Я же пометил себя. Ваше здоровье. Оп. И живительный глоток. Ай, больно, чел. А, вот этот настреливал? Ну, блядь. Он там до сих пор? Да. Это был же Том Холланд, блядь, и поэтому по мне не зарегал или чё? Бля, вот он зарегал уже, извините. Damn, son! Блядь, конечно, сейчас по мне лысый, блядь. Откуда у него столько хп? Так, ребята, немножко подобываю, окей? Ой-ой. Ой-ой. А, стоп, стоп, побазарить можно это? А, ты добрый, да, брат? Ёбан, я уже не признал, сори. Экспериментатор, здорово. Ёбан, я свой, блядь. Что тебе купить? Подожди. Пить назад. ББ. А, вот он. Настоящий пельмень. Там скала, да, блядь? Я тебе перебал бы, конечно, у тебя тут кореша стоят. С твоей паучьей битой. Тут чел был. Теперь он знает, что я тоже тут был. Опа. Бам, Саске! Блядь, опять. У меня лестница под землей была. Стоп. Тут такое. Поймать момент главное. Чё, чел? Там еще чел был. И это звук не такой был. Я реально как будто слышал кого-то еще. Неужели в кустах сидит? Да вроде нет. Сука. А прикиньте, реально сидит до сих пор. А прикиньте, не надо. А не, где мои перчатки, сука? Я летать хочу. Там еще чел. Опа. Там чел, вот этот. Там чел с челом? Оп, уронили. Бля. Ебать, настрелял! Бля, тут два чела, ну вы ровните? Нормально. Я Питер Паркер. Опа. Опа. О! И тоже человек, блядь. Это мутант, брат. Что бы Питер Паркер? Фейковый, который. Был у меня на столе до обеда. Бля, и ресов нет, сука, ебаный паблик. Чуть не начал по ней стрелять. Мне кажется, там пиздец был бы, если бы я по ней стрельнул. Лома. Зульфия, припарковываемся, блядь. На тот свет, кстати, лучше. Давай. Да пиздец, это перезаряжаю пока. Еее! Опа. Блять. А! Откуда он взялся? Откуда он взялся? Его не было слышно. А, это накидка вот эта вот, да? Охуеть. Воу! Ну, у меня броня хотя бы была. Спасибо за то, что она есть. Значит, сейчас я бы пошусал. Уй. Возьму на всякий случай. Пусть будет. Что я услышал? Это тут был сундучок. О, реально? Из таких штук падает килочка? Вау. Уй, брат. Без таких резких движений просто и резких выстрелов. Опа, тихо. А, это боты, бля. Я думал, два чела, нихуя. Я думал, ебать, затимились, пацаны. Пиздец.
Я не ожидал такого вообще. Вот гениально придумали. Просто два чела, которые разъезжают на квадроцикле. Бля, а может подарки они принесли, а я как долбоеб стрелять по ним начал. Сука. Ну уголь, ну это потому что я плохо себя вел. Я человек-паук, мне похуй. Блин, как это охуенно, до сих пор не могу накайфоваться. Ну ладно, я бы еще больше кайфовал бы, если бы не задроты в Fortnite. Я могу почилить, не могу. Ебать! Ни хрена. Ох, это комбо. Правда, зону надо? Ну ладно. Так. Блять, ну ты рофлишь, ну это чуть-чуть было совсем. Ну давай, как настоящий Том Холланд, ну. Или ты фейк? Жалкая пародия на человека. Да иди нахуй, ну ты реально, походу, жалкая пародия. Так, а здесь мы забрали наш рюкзачок, между прочим. Мы кругаль дали жесткий. Тихо, нам нужно обновиться. Так. Блять, ну... Ну как можно, блять, пока перчатки берешь, пизды уже наваляли. Один выстрел, мне реально пизда. Ах, какая жесть просто. Ну, летит же, реально. Бля, кибершкольник, пожалуйста, отъебись. Ну, я твой рот ебал. Охуенно, у меня ресов еще... Бля. Блядь, ты рофлишь? Блять. Короче, ладно. Как вы поняли, меня выебали в жопу. Скин классный, но играть желания нет. Потому что меня ебут. Просто нету кайф. Спасибо огромное за просмотр ролика. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх на видео. Водить так автора Z51, Ураган и так далее. Всем удачи, всем пока.